Нерюнгринское отделение Ассамблеи народов республики приступило к реализации проекта «Национальный костюм. Образ народа, культуры и традиции». Проект, получивший грант от Президентского фонда России, это первая и, как оказалось, удачная попытка нерюнгринских национальных общин участвовать в конкурсе на таком высоком уровне. Подробнее в нашем следующем сюжете. Победа Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия на федеральном уровне – это высокая оценка труда национальных общин. Из 30 победителей проектов по этому направлению со всей России нерюнгринцы оказались на 6-м месте по количеству набранных баллов. А так как 2017 год в районе объявлен годом национального единства и посвящен 20-летию общественного движения Ассамблеи народов Республики, актуальность проекта еще более значима. Нерюнгринский район – многонациональный район. Можно сказать, по Якутии самые много национальностей в нашем районе. Для этого нам нужно много как такие выиграть грант. Мы думаем, что мы этим останавливаться не будем. Сейчас общины работают над эскизами костюмов, согласуют материалы и крой с мастерами ателье. Впереди еще много работы по реализации проекта. Это не только изготовление костюмов, но и проведение культурно-массовых мероприятий, на которые будут приглашаться все жители района. Особое внимание уделено проекту «Кукла в национальном костюме». Когда человек одевает национальный костюм, он уже чувствует, что принадлежит какому-то народу, да, представляет этот народ, соприкасается с его древней культурой, старается передать это настроение, вот эту мудрость народную, вот эти традиции, да, передать подрастающему поколению, передать окружающим людям. В рамках проекта «Национальный костюм. Образ народа» в Нерюнгри прошло большое мероприятие «Осенины по-украински». Это праздник урожая и угощения. В старину люди устраивали по этому поводу большие гуляния. Чем богаче был урожай, тем больше веселились и радовались люди. Как бы вышли из рамок традиции и провели его не только в украинском стиле, но и русско-украинские получились осенины. Этим мероприятием мы хотим показать истинную дружбу народов, славянского народа, русских и украинцев. Гостям украинских осенин была продемонстрирована свадьба, посвященная празднику в ее лучших традициях, а также настоящий пир с огромным выбором национальных блюд. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.